Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет мастер-класс «Птичка-невеличка» по книге Виталия Биянки «Синичкин календарь». Вам понадобятся гуашевые краски, клей-карандаш, кисть, простой карандаш, ватная палочка, ножницы, деревянная шпажка, кусочек губки и картон. Сперва мы берем кусок картона и произвольно рисуем будущее туловище для нашей птички. Измерять ничего не надо, мы рисуем кружок, овал, такое простое крылышко, клюв в виде морковки, два достаточно крупных глаза и намечаем реснички. Далее нам нужно выстричь все нарисованные элементы. Далее приступаем к окрашиванию. Покрываем наши элементы достаточно густым слоем краски, чтобы при высыхании у нас не просвечивал картон. Я брала произвольные цвета, потому что наша птичка сказочная, может быть любых разных цветов. Для головы использовала розовую краску. Далее берем белую краску и раскрашиваем глаза. Хорошенько промываем кисточку и покрасим желтым цветом клювик. Синее крылышко. И черные реснички. После прокраски нужно немного подождать, чтобы гуашь высохла. На глазках рисуем черные зрачки. Когда краска высохла, можно немножко украсить наши элементы. Ватной палочкой я нанесла точечки на будущую голову птички. А на туловище с помощью вырезанной губки можно нанести вот такие забавные пятнышки. На крылышке можно нарисовать полоски или линии. Приступаем к сборке. Мы берем клей-карандаш и хорошенько промазываем место склейки. Сначала приклеиваем голову. Затем клювик. Добавляем глазки. Thank you.
хорошенько все прижимаем. Далее следуют реснички. Клея добавляйте побольше, потому что картон материал достаточно твердый и тяжелый. Приклеиваем наше крылышко. И осталось добавить ножку. Для этого шпажку мы проклеиваем и острым концом продеваем. Наша птичка готова. Спасибо за просмотр!